подписчиков. Ладно, слишком, наверное, сложно. Скажу, например, обогнать Агеру. А чё, в смысле? A few moments later. Интересные книги. Что за... What the heck? Ты чё, быканул или мне показалось? А, шо, бык? Не, я не бык, я рыба. А я акула. Ну что, ПВП? Ну как бы да. Кайварсер, ВСБ Дварсер. Гляньте, это у нас зада. Да, ну что, такого, блядь? Ты... Я слушай, как бы самая опасная рыба в этом Скайварсерском океане. Понял, да? Одном. На, что этот... ты не подходишь, а? А? Боишься, я боишься, тебя, да? Я тебя кибербулю. Кибербулю? Ух, ай-яй-яй-яй-яй. Ты свои читы опять подрубил. Раньте на это вообще беспалево, да? Я их не отрубал. Иди сюда. На, это так тебе чисто, чтоб жил. Это типа такая подачка, да? Поддаешься, да? А тут есть еще, кстати, рефил? Блин, я думал, это ты будешь больше знать, чем я. Ты когда-нибудь чувствовал хачок? Не-не-не-не. А, это беда была? Это скорость была, блин. Я что-то совсем попутал. А, ну и как бы я акула, я тебя съем, ты не против. У меня так воды нету, поэтому... Акула без воды, это как так-то? Могу себе позволить. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Больно в ноге. Не, ну слушай. Слышишь, а я тут как бы такая информация ко мне дошла. От проверенных источников, что ты там меня хочешь по подписчикам догнать, как бы там говорить, давайте обгоним Агеру, это что такое? Ну как бы это вообще, это ты как бы форсаж, а обгоняем Агеру на... Ну как бы это, я считаю, ты на деда быканул жестко, как бы, я думаю, тебе нужно извиниться, или как бы я тебя убью. Сейчас будешь как бы пояснять за шмот. Шмот-то у меня нормальный, я с Алиэкспресса заказывал. Я отхилился, бегайте. Ты сгорел, кстати. Да ты чё? Ну да, слушай, смотри, вот я не знаю, у тебя скин такой, как бы, у тебя вон глаза разные, одни красные, вторые синие, что это вообще? Вот посмотри, смотри, у меня нормальный, как бы, порядочный, хороший, адекватный, мужской скин. У тебя такой большой нос, мне, ты, думаю, чувствуешь уже запах своего проигрыша, да? Да, решил меня перегнать по подписчикам, как бы, ну, я не допущу. Будем, короче, этот T-Series PewDiePie. Сейчас я, короче, закуплю по всей Украине рекламу, у меня будет, короче, на всех билбордах. На всех билбордах страны. А я по всей Антарктиде, да? Чисто, да, 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 100 человек. Пингвины там будут, я... По факту пингвинов миллион, как бы... А, или так, я не знаю. Даже если вдруг ты меня по подписчикам перегонишь, тут как бы потому что на тебя пингвины подписывались. На меня-то реальные люди, а на тебя там пингвины. Ты чё, ущемляешь права пингвинов? Ты чё, меня сжечь хочешь? Я чё, Честно. Отошел, дверь закрой, да. У меня теперь другой, да? Кто у тебя там другой? У меня другие читы тебе, ой. Я тебя поджег. Ова, инзи! Почему ты вообще лаву используешь? Это как бы запрещенные приемы. Да. Как говорил Фьюшка, я легенда. Кстати, такой фильм есть. Там и Уилл Смит играет. Ты Уилл Смит? А можно автограф, да? Камон, а что у тебя за жаба там такая? Пепе, что ли? Ну да, это пепе. А что это такое? Это что? Это похоже на вот этот молот, я понял, из этого, из СССР или что там было, такой молот похоже. Это мой автопортрет. А, блин. Ну, в принципе, похоже. Я как бы, знаешь, я в тот раз ходил на рыбалку, научился профессионально кидать удочку и ловить таких рыб, как вот ты. Л.А. Оу, найс. Агера, Лирис. Лос-Анджелес. А кстати, слушай, это же не Скайварс, это вообще УХК. А ты УХКшер вообще? Ну, вообще нет, но по факту, да. Боже, я может быть хорошим. Я случайно голову за... хочу плакать. Минус башка, короче. Это мощнее, чем... О, все залагал! О, подставился, подставил сервер.
Не, ну это нечестно. Я в барьер умер! Хочешь, я тебя унижу, буду бить тебя топором. Ну давай, на топорах. О, курва! У меня пол антикб, я надеюсь, не против. Ладно, ладно, короче, война войной, ну этот, пошли статистику мне набивать, да, на Скайварсе. Ладно, погнали, Скайварс. Да-да. Вот мы встретились поближе. Это ты тот чел, который хочет меня перегнать по подписчикам? В этот раз мы должны затимиться, чтобы у нас есть общий враг. А, понял, значит, прибавляем всех наших подписчиков. Да, и обгоняем какой-то... Как бы, я... Ой. Я тебя заразил, походу. Падение вирусом. Ой. Ну, короче, какой-то канал мы вместе взятые должны обогнать, так что, да, подписывайтесь на нас. Ага. На PewDiePie. Я уже. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты б видел, что произошло? Я засеялся благодаря невидимым блокам. Не ой, было. Мы сделали одинаково. Смотри, смотри, смотри на это. А? А? Смотри на это. О, твой флекс, тройной флекс. Четверной. Вообще нормально. Нос чешется, у меня нос чешется, ёма. Не знаешь, к чему может нос чесаться? Вроде говорят, когда чешется левая рука, это к деньгам, ладонь. Если у вас чешется нос, то это к тому, что у вас в катке читер, да? Со мной вообще в каждой катке читер сегодня, как бы, вот. Представитель данного вот. Представитель представительства представителей. Да, именно. О, вау, тут, кстати, человек. Возможно, читер. А, нет, он как-то как будто бы хопил. Но я испугался, это было реально страшно. Вот тут нагрудник, вот видишь, смотри. Я его забрал. А. За это время, пока ты там повыпехался, я раздобыл себе нагрудник. Сделал состояние, уехал в Лондон. Ну, вообще неплохо. Чисто тащим. Ну, как бы, вообще все делаю я, Кера, просто так. Да, да. У меня, кстати, 104-й левел. 104-й? О. Что-то я хотел сказать, но мой мозг передумал это говорить, и я забыл все это дело. Так что, знаете, что я хотел сказать что-то очень мудрое, но просто я забыл. Это все мои чары. А ну верни мою память. Отдай память. Кому сказав, память отдай. Там 5 рублей лежало. А, он один остался, гляньте на этого аквапарка. Аквапарк. Мне его жалко. А, кстати, если ты будешь за команду аква... Тебя назвать аквапарком, да? Зачем вообще руки человеку? Чтобы ломать дерево. Да. Эндерняк. Так, я сейчас кого-то, наверное, сломаю. А я тут построился. Оу, найс. Теперь вы спать не сможете. Он крыса, мышь! Миша, все, убил Мишу. Миша есть, а где Маша? Маши нет, к сожалению. Маша приняла бан. Так, надо немного закупиться. Сейчас, чувак, мне... я 9 эмеральдов в бездну выкинул, вот это от транжира. Жестко. О, ты сломал? Да, убил даже одного. Второй, ласт остался, короче, какой-то извергщина вообще. Что на... А. Понял. Это сила кибербуллинга. А он просто умер. Он обидевся просто на нас. Ну, короче, давай сейчас тогда еще в один интересный мини-гейм сходим. В общем, в одной из мини-игре был ты крутым, в одной, может быть, я был. Во второй тоже я был крутым. Да. А в этой мини-игре мы просто обычные муравьи. Сейчас нас растопнают профессиональные строители. Что такое кит? А как PvP-хаса? Не могу бить тебя. Нет, PvP-хаса. Come on, come on. Что делать вообще? А что такое буфер? Что это? Читы, что ли? Ясно, блин, гляньте на него, читы подрывил. Что такое октопус? Ну, вас не надо, наверное. Уверен, а вдруг это какая-то там, не знаю, бетономешалка. Ну давай бетономешалку построим заодно. 5 minutes later. Не, ну вообще, по факту, круто, да? Просто so good. Pretty joke. А, ну нормально. Подкрутка работает, да. А вот что. Ну как бы мы почти во всех мини-геймах выиграли, да? Ну, короче, вот так вот оно. Теперь, сейчас, как вы поняли, будет мини-интервью. Пау. Здравствуйте, мистер Агера. Здравствуйте, давно не виделись. У меня сегодня к вам 3 вопроса. Так что давайте не будем терять время и начнем с первого. Какой кит ты используешь чаще всего на Скайварсе? Слушай, ну, такой вопрос интересный. Раньше я использовал фрог. Но раньше это был прям имба перк, а потом там его угробили, сделали всего лишь одно зелько на 40 секунд, и поэтому сейчас я использую скаут, как бы, скаут-легенда, да. Ага. Второй вопрос. Какую музыку ты слушаешь?
О, я слушаю гангстер рэп. Оригинал гангстер рэп. Не, если честно, да, слушаю такой русский рэп и английский рэп. Я люблю рэп. Да. Ну и последний вопрос, но не по важности последний. Ты превью делаешь сам? А, нет, у меня есть дизайнер. Делает мне превью. Угу. Ну и все, на этом мои вопросы закончились, а это были ответы на вопросы вместе с Лиризом и Агерой. Желаю вам скилла и... здоровья! До следующих встреч. И всем пока-пока. Ну вот посмотри на него, ну вот что это такое? Давай его за кибербулим. Ну ты видел свой скин? Ха-ха, вообще нубик. Кстати, тоже глаза как у тебя, смотри. Да, вообще, ты двух тут глаза. Не, реально, нет, такого сразу надо как бы купить, я понимаю. Да, кибербулим, короче, в прямом эфире. Ему вообще как-то все равно. Он какой-то он такой, толстокожий вообще на кибербуллинг не реагирует. Он мирный какой-то. Оу, смотри, меч достал, смотри. Оу, жестко. Да, мощный дядя, глянь на него. Смотри, я тоже по нему дракликаю. Так, что он не подыхает-то? Бедный чел. У меня 6 хп. Я знаю. Не, он, кстати, меня не убьет все равно. У меня золотых яблок на будущее, для даже на моим потомкам хватит. Ага, понял. Так, ну у меня тоже, в принципе, есть яблоки, я его яблоками как раз буду бить. Ну тебе его не жалко, но посмотри на него. Одно хп у него. Так, давай. Бедного чувачка. Блин, он упадет. Ой.